Чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации, запомните простые правила. Прежде чем выйти на лед, проверьте его прочность, но ни в коем случае не делайте это ногами. Не бурите больше 3 лунок вокруг себя. В случае проявления признаков непрочности льда, немедленно вернитесь на берег. Не выходите на рыбалку в плохую погоду и в темное время суток. Помните, при виде предупреждающего знака, выход на лед категорически запрещен. Если вы оказались в опасной ситуации, позвоните спасателям. Так вы убережете себя и своих близких.